Ждете гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, дорогие ребята, вы на самом деле большие молодцы. Вот, сегодня прочитал ваш возраст. В таком возрасте и сразу вот просто поднимаете демографию. Это здорово и замечательно. И такой вот прекрасный малыш, по старой такой уже доброй традиции, проложившийся между нашими городами, городом Ивангородом и городом Нарва. Мы уже не первый раз традиционно дарим подарок первому родившемуся ребенку. Ну вот совершенно замечательно, что вот сейчас вот этот малыш получит подарок от города Ивангород. Благополучие вот замечательному Леону. Конечно же, быть послушным мальчиком, здоровеньким, вот, благополучие и достойным гражданином общества. Приступим. Слушай, есть ряд таких мероприятий, которые довольно-таки простые, довольно-таки замечательные, которые, ну, не вызывают неопределенных там никаких там политических моментов, связанных с этим. Они действительно объединяют и сплочают и руководство городов, и вообще жителей, и в целом общая ситуация, дружеская ситуация между двумя городами, она действительно на этом фоне она возрастает. Это здорово. Вот как демографическая ситуация вообще в Нарве? Если мы сравниваем то, что было 20 лет назад, когда в Нарве было практически 90 тысяч человек, сейчас 57 тысяч, конечно, уменьшение налиционное. Есть естественное уменьшение оттока, есть отток, который вызван рабочими моментами и какими-то жизненными обстоятельствами. Отток есть, но я надеюсь, мы с этим оттоком в ближайшее время справимся. Благодаря в том числе и таким семьям, которые мы сегодня были, это третий ребенок в таком возрасте, это здорово. Ну вы счастливы?